Ну все, приперлись. Кто меня фоткает? Добро пожаловать в колонию Татуин 17. Татуин 17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Брунько. Здорово. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Пошел нахрен. Так, что у нас так? Так. Ну, попу. Ладно. А ну пошел отсюда. Начальник, Олег, хоть откуда ты вообще? Двигай. Угости. Олег, ты начальничек. У вас больше не найдется? Товарищи, добро пожаловать в колонию Татуин 17. Татуин 17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности однажды легко избавляются от своих чувств в нашей колонии. Меня зовут доктор Жунко. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. Ты мне хуя. Так. Отвалить меня? Наши доблестные дружинники. Так что увидите себя. Отвалить у тебя нет. Ты что, дебил? А ты что, сомневаешь? Да, я есть. На. Нет, у меня мелочи никакой. Нет, никакой мелочи у меня. Не-не-не. Ладно, пошмонаем, что у нас пошмонать есть. Так, по шкафчикам пошмонаем. Так. Батюшмак. Да-да-да, бабуль 17. Оба-на. Чё мусуешь, а? Ты охуел? Да. На. На. Да? На. Как думаешь, после могу протащить? Еще и заначки осталось. Найдут, а потом такой пизды вломят. Ух ты. Так. Ну. Здорово. Не нравится мне, что там происходит. Мне тоже не нравится. Нет. Здорово. Эти уроды отобрали всю мою выпивку. Оба на учебе. Добро пожаловать в колонию Бобруйск 17. Здесь написано Кайф Лайф. Бобруйск 17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы, психические неустойчивые. Идем нам сюда. Меня зовут доктор Брунько. Здорово. Я здесь самый главный. Я только свой чемодан, да? Да. Да, с чемоданом. Ого. А также проституция. Где ты? Ого. Какой злой я. Мордевал и роки. Так что увидите себя хорошо. Да, лови. Лови чемодан. Ты берешь. Это хорошо, блин. Карман мне. Ого, да.
сюда! Вот, все. Назад! Надо отключить веб-камеры. Ну, я сижу. Итак. Ноги же двинул. Что, обосрался? Это что? Я, Боря Ковтун, твой кореш. Какой ты? А я смотрю, ты почти повелся. На, почитай «Войну и мир». Я тайно работаю на мордовом. Вот, знакомый «Война и мир». Одно тайно достаю информацию. О, на Линуксе работает. Так, здорово. Так. Хватит трахать своего питомца, лучше посмотри, кто тут. Не поклянусь. Жора Фридман. А я думал, Марк Клея. Ты его недооценил. А ведь вот он тут, живой и как огурчик. Ну и что ты говоришь, я вот не к тебе. Надо бы его к тебе переправить. Я же найдет эту нору. Это же далеко нелегко. Тем более, ему и газа нету. Ой, и... А хули? Ну? Ему же не 5 лет, а 8 заблудится. Ладно, конец связи, а то у меня трафик идет. Что это, «Война и мир»? Ну что, Жора? Что там? Давай сюда. Ну, что там? Ну, зашел. И? Вспомни, как ты раньше лазил по форточкам. Давай, еще увидимся. А кучу не надо наложить под дверь? Ладно, я тогда кучу под дверь наложу. Вот так. Вот так, все, кучу наложил. Уберу. Иди там наверх. О, давно не играл. Оп. Хва. Аллилуйя! Пойдем. Подними мусор. Товарищи, сегодня мусор. Ладно, выкинь мусор, привет. Проходи, неудачник. Ах, ты неудачник сейчас, я. Блин, как так надо перегарим. Так же превращает нас из людей в пьяных свиней. Лови тебе. Не знаю, где вы. Напиваетесь, ручлачки. После чего валяйтесь. А любой приходящий мимо может пнуть или отворовать вас в таком состоянии. Ну как это? Хорошо? Лови. Конечно нет. Так к чему я тебе это говорю? Бежим, 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 бежим. Пить надо меньше. Вот я, например, без повода к стакану не притрагиваюсь. О. Только по праздникам. Ну и пей по праздникам своим. О, ЖКХ. Успели? Пытайтесь сдерживать себя. Имейте терпение. Подумайте над тем, что я вам только что сказал. Здорово. Отошел, быстро. Что нахрен? Что там? У-у-у, жара там поставили. Чистилось место. Опа, мимо. Блин, попал. Опа, мимо. Опа, блин, попал. Опа, мимо. Опа, мимо. Опа. Мимо. Я сказал, давай. Опа, мимо. Опа, косой. Ну? Опа, чё ты? Ничего. Давай. Блю. Я сказал, тебе отсюда. Давай, опа. Ну? Ну? Давай, опа. Ха. Косой. Так. Блять! Ты скажу,
Ух, уже положили всех. www.vvv.ru www.vvv.ru. Ну все, прикрыл Бродьков наш порты. Да? А что же теперь делать? Клади яйца на полку. Теперь телок нормальных. Днем с огнем не сыщешь. Морковку. Интересно, а много проституток посадят? Пиздец. Только месяц назад облаву устраивали. Что скажешь? Пиздец. Только месяц назад облаву устраивали. Интересно, а много проституток посадят? Пиздец. Только месяц назад. Да, придется вам, пацаны, морковку свою полировать. Почему? Ого. Чья башмак? Ой. Так. Да-да, входи. Мафия. Здорово. Здорово, чувак. Хоть бухать. А ты опоздал. Ты кончилось? Нахлебался уже, чувак. Окей. Блядь. Подожди. Что? Да. Лови. Ты охуел? Да. Лови. Давай, ну встань в ремень. Ну? Так, это кровь. Все. Все, это квартирный вопрос. Может, успеем съебаться? Поздно. Опа! Это... Так, быстрый... Это мы квартирный вопрос сделаем вам. Так... Так, это тоже нафиг? Это тоже... нафиг. Так, сейчас мы тут всё... Отремонтируем вам. Квартирный вопрос сделаем. И дальше ответ. Сейчас быстро мы... Давай. Приби мне. Так... Опа. Чайник нафиг. Смотри, он тут. Да. Да что такое, скоро приходит вылетать. Перейдем дальше. Так. Шо нахрен. Внимание, тревога. Нафиг. Фридман Георгий подозревается в незаконном завозе алкоголя, наркотиков, а также общении с проститутками. Какие проститутки? Ты бы что там? Я сейчас телевизор веди здоровью. Интернет тоже. И компьютерные игры тоже. Самодеятельности. Молодые. Это уже за мной гонит. Так. Быстрее. Давай сюда! Давай. Ага. Давай, спасибо. Ты знаешь, что там за дверью сейчас никого нет? О! Так. Так. Бежим. Поехали.